Поступок, который мог стоить жизни, полицейский из Владивостока спас утопающего на пляже бухты Тихая и теперь представлен к награде. Широкую огласку подвиг Александра Руденко получил только через 2 месяца после случившегося, когда сам пострадавший пришел отблагодарить своего героя. Меня минус 40 откачивали здесь, на берегу. Потом подъехала скорая, минут 20 еще скорая откачивала. А после этого увезли. В больнице пролежал 2 недели. 2 дня в реанимации сначала, ну а потом реабилитация 2 недели. 16 августа веселая компания отмечала свадьбу на пляже бухты Тихая. Стоял зной и дул теплый ветер. Отдыхающий Александр Бурдюк решил искупаться. Но заплыв слишком далеко в воду, он не смог справиться с волнами и захлебнулся. В это время на пляже находился старший лейтенант полиции Александр Руденко. Александр заметил человека в море и, недолго думая, бросился в воду на помощь. Я, получается, спустился вниз, увидел круг детский надувной, схватил его, ну, нырнул в море, получается, вот доплыл. Соответственно, до Александра, перевернул его, смотрю, он уже как бы нахлебался воды, все, без сознания, то есть находится человек. Я его на круг облокотил и толкал, получается, его до берега. После полного восстановления Александр Бурдюк захотел лично встретиться и поблагодарить своего спасителя. Он написал письмо в управление МВД и нашел старшего лейтенанта. На том самом пляже прозвучали теплые слова благодарности полицейскому. Хочу поблагодарить Руденко Александра Анатольевича за его решительность, за то, что он вовремя меня увидел и спас. Бескрайняя благодарность всей моей семьи, для моей дочери, он считается вообще героем. Большое, огромное спасибо человеческое. В полиции подчеркнули, что после подобных случаев жители дальневосточной столицы все чаще благодарят полицейских через социальные сети или присылают обращения на официальный сайт ведомства. Сам Александр Руденко говорит, что просто помог человеку, оказавшемуся в беде, и поступил так, как поступил бы любой уважающий себя мужчина. Теперь старший лейтенант представлен к награде МВД России за спасение утопающего. Кирилл Самойлов, новости на 8-м.